Эти дети никогда не будут здоровыми, красивыми, полноценными людьми. Причина – тяжелая болезнь их родителей, название которой – сифилис. Молодой человек без занятий, студент-медик, горничная, правитель канцелярии, кухарка, титулярный советник, торговец, артельный староста, дворянин, судебный пристав, девица в услужении, князь, гувернантка. Все сословия дореволюционной России снизу доверху были подвержены этому опасному заболеванию. Распущенность нравов в самых высших слоях общества привела к тому, что постыдная зараза не обошла и царскую знать. Главное же гнездо. Сифилис вместе с другими венерическими болезнями свил в притонах разврата. По статистике, каждая пятая проститутка была больна сифилисом. И из публичных домов эта болезнь грязными волнами заливала всю Россию. Первая мировая война, интервенция, гражданская война ослабили врачебный контроль, и без того недостаточный. Перед молодой Советской Республикой в числе других проблем здравоохранения встала и проблема борьбы с сифилисом. Материалы тех лет, дошедшие до нас в виде истории болезни, фотографий, рисуют трагическую картину разрушительного воздействия сифилиса на организмы многих тысяч людей. Врачи встречали в те годы такие проявления заболевания, о которых в наше время можно узнать только из учебников. Искоренив проституцию, развернув широкую сеть медицинских учреждений и проводя санитарно-просветительную работу, советское государство покончило с сифилисом как с социальным заболеванием. Но в последние годы, в силу ряда обстоятельств, перед врачебной общественностью снова встал уже почти забытый враг. Возбудитель болезни хорошо известен. Это бледная трепанема или спирохета. Она была открыта в 1905 году Фрицем Шаудинесом. Трепанема внедряется в организм человека, главным образом при половом контакте, но может проникнуть и иным путем. Инкубационный период болезни длится 25-35 дней. Первичный сифилис проявляется в течение 6-8 недель. 2-4 года длится вторичный сифилис. Позднее может наступить самая тяжелая стадия болезни – третичная. Сразу же после заражения сифилис становится заболеванием всего организма. Однако видимые клинические проявления болезни можно обнаружить лишь после инкубационного периода. Тогда на месте внедрения бледных трепанем развивается первый признак первичного периода сифилиса – твердый шанкр. Он представляет собой эрозию или язву, обычно округлых очертаний, с ровными краями, гладким и блестящим дном, розового и красного цвета, приподнятую над уровнем окружающей кожи. Характерно, что в основании эрозии или язвы прощупывается плотный инфильтрат. Твердый шанкр может возникнуть на любом участке кожного покрова и на слизистых оболочках. Он обнаруживается в том месте, где в организм внедрились бледные трепанемы. В зависимости от локализации, вид, очертания и размеры твердых шанкров бывают различными.
Шанкры шейки матки чаще представляют собой ограниченную красного цвета зернистую эрозию. Эрозивные твердые шанкры имеют свойство эпителизироваться и без лечения, самостоятельно. При локализации на лобке и животе шанкры, как правило, бывают больших размеров, и язвенные разновидности их могут сохраняться длительное время, вплоть до появления высыпаний вторичного периода болезни. Как тень следует за шанкром второй клинический признак первичного сифилиса – регионарный бубон, воспаление близлежащих лимфатических узлов. Особенностью клинических проявлений первичного сифилиса в последнее время является возникновение язвенных и множественных твердых шанкров. В результате присоединения вторичной инфекции клиническая картина твердого шанкра может изменяться в той или иной степени. Среди осложнений в последние годы у мужчин нередко встречаются фимоз и парафимоз. Это затрудняет диагностику первичного сифилиса у пациентов. Тем более, что паховые лимфатические узлы у них могут становиться болезненными, малоподвижными, спаянными, а кожа над ними деперимируется. При эрозивно-язвенных поражениях половых органов и слизистых оболочек следует всегда думать о сифилитической инфекции. Из-за разнообразия клинических проявлений старые врачи называли сифилис обезьяной среди других болезней. Высыпания во вторичном периоде примечательны чрезвычайным многообразием морфологических элементов. Здесь могут появляться макулезные, папулезные, везикулезные и пустулезные сифилиды. Специфические проявления в этом периоде заболевания отличаются повсеместностью, обилием и скучным красно-синюшным цветом. Одна из особенностей клинических проявлений сифилиса в наше время – частая локализация высыпаний на коже ладоней и подошв, так называемая ладонно-подошвенная разновидность вторичных сифилидов. При этом специфические высыпания могут иметь вид пятен, лентикулярных и кольцевидных папул, а также роговых сифилидов. При вторичном периоде сифилиса наиболее часто допускаются диагностические врачебные ошибки. Сифилитические папулы на слизистых оболочках полости рта вследствие мацерации имеют белесоватый цвет, а разрыхленный эпителий вторичных сифилидов половых органов легко слущивается, они эрозируются, мокнут. Больные с эрозивными сифилидами особенно заразны. В местах повышенной влажности и постоянного трения папулы изменяют свой внешний вид. Они начинают не только мацерироваться, но и разрастаться, образуя мощные вегетирующие папулы и широкие кандиломы. Эти разновидности сифилидов более характерны для вторичного рецидивного сифилиса. Протоколом положительной реакции Вассермана, начертанным на шее, называют пигментный сифилит у больных вторичным сифилисом. Каждый врач обязан знать, что любое облысение требует постановки реакции Вассермана. Лейкодерма и специфическая алопеция
обычно появляются через 5-6 месяцев после заражения. Третичный сифилис проявляется после скрытого периода течения болезни. Дамоклов меч третичных проявлений всегда висит над нелеченным или плохо леченным больным и может покарать в любое время. Однако обычно третичный период сифилиса возникает через 4-5 лет после заражения. Его развитию способствуют травмы, хронические заболевания, интоксикации, алкоголизм. Клинические проявления этого периода, бугорки и гуммы, могут появиться на коже, в подкожной клетчатке, мышцах, костях, во внутренних органах. Третичные сифилиды возникают в небольшом количестве, и процесс протекает недоброкачественно, всегда оставляя характерные мозаичные или звездчатые рубцы. При локализации на слизистых оболочках изъязвления третичных сифилидов ведут к глубоким и часто обширным разрушениям не только мягких тканей, но и костной системы. Не только медики, но и социологи многих стран мира озабочены распространением сифилиса в наши дни. Среди причин новой волны венерических болезней называют раннюю самостоятельность молодежи, миграцию населения, алкоголизм, недостаточные сексуально-гигиенические знания, ослабление брачных уз, избыток свободного времени, туризм, культивирование секса и порнографии в кино, по телевидению, в рекламе и печати. Половая распущенность, легкие связи оборачиваются для многих молодых людей разрушенным здоровьем, бесплодием, семейными драмами. Такие распространенные и грозные болезни, как малярия, менингиты, туберкулез, гепатиты, в наши дни сифилис по количеству заболевших оставил далеко позади себя. Говорит заведующий кафедрой Первого Московского медицинского института Роберт Сергеевич Бабаянс. Естественно, что наблюдающееся неблагополучие по венерическим заболеваниям в мировом масштабе не может не коснуться нас. В результате общения и контактов с зарубежными странами и некоторые другие вопросы диктуют необходимость мобилизации всех наших возможностей и ресурсов на проблему профилактики. В Советском Союзе нет тех социальных корней, которые порождают венеризм. Однако бдительность должна быть у нас максимальной. Вот случай из практики одного кожно-венерологического диспансера. Молодой человек обратился к врачам через несколько недель после полового контакта с совершенно незнакомой женщиной. В результате обследования был выявлен сифилис. Выяснилось, что половая связь произошла у пациента в состоянии опьянения. Запомнил он только имя женщины. Точного адреса не знает. Описание района, дома было слишком недостаточным для того, чтобы патронажная служба могла найти источник заболевания. И все-таки главный врач диспансера, желая предотвратить возможные заболевания еще многих людей, начал поиск. Скудные данные об источнике заражения превратили эту историю в настоящий детектив. Настойчивость врача принесла результаты. Женщина была найдена и немедленно госпитализирована. В дальнейшем выяснилось, что она о своем заболевании ничего не знала.
признаков болезни не чувствовала, так как часто по пустяковым поводам принимает антибиотики, ведет беспорядочную половую жизнь. Вот каким образом один человек может стать источником заражения десятков других людей.